Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Роза – это королева всех цветов, и согласитесь, что украшением любого огорода или цветника станут пышно цветущие розочки. Как известно, в апреле-мае розам необходим азот, чтобы быстро нарастить зеленую массу. Можно, конечно, использовать карбамид или мочевину, но лучшим другом роз весной – это навоз. Причем конские розы любят намного больше коровьего, но это так, для заметки. А вообще, в этом видео я хотела рассказать о том, чем же подкормить розу в июне до цветения, чтобы растение долго и пышно цвело. Честно сказать, в цветах я разбираюсь меньше, чем в овощах или ягодах, но кое-что знаю. Вот, к примеру, в прошлом году знакомые розоводы открыли один очень замечательный секрет. В конце мая или в июне нужно 1 столовую ложку сульфата магния, и это такой порошок, продают в любой аптеке, развести в ведре воды и пролить этим раствором розы. Можно им же и опрыскать по листу, но важно эту процедуру провести не позднее конца июня, ведь она стимулирует сильный рост побегов и рост крупных бутонов. Особенно хороша такая подкормка для роз, растущих на бедных песчаных, каменистых или глинистых почвах. От себя могу добавить, что розы также любят калий, магнезию и нитрофоску. Я всегда в июне подсыпаю по 1 чайной ложечке этих удобрений под каждый куст розы. Но учтите, что после этого нужно присыпать перегноем и тщательно пролить растение водой. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!